Мы возвращаемся к одной из тем выпуска – вспышки коронавируса в Китае. По последней информации, им заражены уже больше 2700 человек, 81 человек погиб. Ко мне присоединяется Елена Волосюк. Елена, приветствую. Есть ли новая информация о распространении заболевания? Здравствуйте. К сожалению, все больше и больше поступает данных о том, что коронавирус заразнее, чем предполагалось изначально. В Минздраве Китайской Народной Республики подтвердили, что коронавирус может передаваться от человека к человеку еще до проявления первых симптомов заболевания, то есть на стадии инкубационного периода, который длится от одного дня до двух недель. А значит, ситуация осложняется. Ведь город Ухань, где произошла вспышка заболевания, за последние дни покинули более 5 миллионов человек. Так что, как далеко распространился коронавирус, станет известно только спустя некоторое время. Если вирус действительно передается уже в инкубационном периоде, то это может грозить тем, что человек, не выявленный с инфекцией, может передавать ее. Следует предположить, что даже если человек и заразен в инкубационном периоде, то, скорее всего, это происходит незадолго до появления первых симптомов. То есть где-то, ну, наверняка за сутки. На фоне вспышки коронавируса в Китае резко вырос спрос на медицинские маски. Их не хватает. Ажиотаж привел к скачку цен. Если раньше маски стоили от 4 до 8 юаней, то сейчас цены доходят до 60 юаней. Ну и маски, судя по всему, не помогут сдержать распространение заболевания. Вот китайский доктор Ван Гуанфа, который в 2003 году боролся с атипичной пневмонией, заразился в Ухане коронавирусом. Он заявил, что соблюдал меры предосторожности, но не носил защитные очки. Медик считает, что мог инфицироваться через слизистую глаз. Кстати, объясняется большое количество заразившихся коронавирусом врачей. Сейчас они вынуждены перейти на костюмы биологической защиты третьего класса патогенности. В провинции Хубэй таких требуется 100 тысяч в сутки. Это в 3 раза больше, чем Китай сейчас в состоянии произвести. В Поднебесной надеются на международное сотрудничество и собираются закупать костюмы за рубежом. Стандарты работы с агентами разных классов патогенности подразумевают разное оборудование. В числе этого оборудования вот эти самые костюмы, боксы. Третий класс считается самым высоким, и он предназначен для работы с заразой, которая высоковирулентна, то есть заражение происходит легко и надежно. Вот такова информация к этой минуте, Вера. Елена, спасибо. Елена Волосюк с новыми данными о распространении коронавируса.